Приветствуем всех интересующихся музыкальным оборудованием. С вами компания Lutner, я Дмитрий Остросаблин. Сегодня мы с вами говорим о сценическом мониторе DS200 от компании SoundKing. А сейчас самое время для заставки. SoundKing DS200. Как понятно уже из самого названия, этот агрегат обладает силой в целых 200 Вт, что вполне себе весомый аргумент в борьбе с тишиной. Хе-хе-хе, шутка. В конструкцию прибора входят два 6,5-дюймовых среднечастотных динамика мощностью по 50 Вт каждый, два 2,5-дюймовых 50-ваттных твиттера, или в простонародье пищалки, и один 100-ваттный 12-дюймовый сабвуфер. Частотный диапазон воспроизведения этого монитора заявлен в пределах от 20 Гц до 20 кГц. Размеры агрегата по 46 см каждой из проекций, вес 26 кг. Предназначен этот монитор в первую очередь для барабанщиков, играющих на электронных установках, дабы при самостоятельных занятиях и тренировках или репетициях с другими музыкантами получать удовольствие от исполнения без необходимости приобретения дорогостоящего оборудования. А этим и славится китайский бренд SoundKing удивительно приятным соотношением цены и качества. Кстати, ближайшие аналоги подобного оборудования у более именитых брендов стоят в 3-4 раза дороже. Обратимся к панели монитора DS200, где мы можем наблюдать его возможности подключения и обработки исходящего сигнала. Как видно, подключать можно как стереосигнал от, к примеру, электронной установки SoundKing SKD300, так и такого же качества сигнал от электронно-перкуссионного сэмплера Roland SPD-SX. Помимо этого, в блок управления DS200 можно подключать моносигнал от микрофона акустического бас-барабана, и тем самым прекрасно его слышать во время концертов, самостоятельных занятий или репетиций. Кроме того, мы можем подключить к монитору входящий сигнал AUX, а в правой части панели видны входы для наушников и наружного источника сигнала, MP3-плеера, телефона и так далее. Также мы видим рукоятки управления громкостью входов в левой части панели. В центральной части находится трехполосный эквалайзер, отдельная рукоятка управления громкостью сабвуфера и основная ручка громкости мастер. Что примечательно, при подключении MP3-плеера через вход Line все настройки эквалайзера отключаются. На задней стороне монитора мы видим возможность дополнительного подключения активных динамиков через XLR-выходы, либо две пассивные колонки по 50 Вт через разъемы джек. И тогда DS200 становится 100-ваттным усилителем для этих колонок, а сам может играть роль сабвуфера. Также видна кнопка Lift Ground, отсекающая ненужные шумы в диапазоне около 40 Гц от отсутствия заземления. Здесь же видна кнопка включения-выключения аппарата и разъем питания. Тестирование монитора SoundKing DS200 оставило у нас очень приятное впечатление. Собрано добротно, звучание приятное, звуковое давление достойное. SoundKing в очередной раз порадовал качеством своего оборудования. Спрашивайте монитор DS200 в магазинах своего города, приобретайте, подключайте электронную установку, перкуссионные сэмплеры, все что угодно. С вами была компания Lutner, я Дмитрий Остросаблин, до новых встреч!